что я поняла, что я принимаю еще подношение конфетами, колбасой и продуктами, потому что пока мы не соберем нужную сумму, правда, конфеты во рту, но для того, чтобы объявить следующего исполнителя, мне конфета не помешает. На сцене Петр Бунтов! Песня. В общем, представьте, что вы едете в электричке. В электричку вперся какой-то чувак непонятный. И, значит, исполняет какую-то песню. Называется она «Трагическая». Жил на свете парень молодой, он встречался с девушкой одной, но та встречалась с другим, а потом опять встречалась с ним. Парень тот про это все узнал, с девушкой встречаться он не стал, а пошел, чтоб встретиться с другим, девушкиным парнем дорогим. Парни повстречались во дворе, около помойки на заре. Парень этот этому сказал, чтобы этот с этой завязал. Ну а тот сказал: не завяжу, я уже полгода к ней хожу. Ну а тот сказал: а я 5 лет. И достал свой черный пистолет. А другой достал свой черный нож и сказал: ты пистолет не трожь. Девушка вчера была твоя, а с 8 утра навек моя. Так они стояли во дворе, около помойки на заре. Тут машина-мусорка пришла и к помойке задом подошла. И машина задавила их, 2 парней хороших, молодых. Оба у помойки вон лежат, нож и пистолет к земле прижат. А девушка узнала про дела, сразу 2 мальчишек родила. Один был похож на одного, а другой немного не того. Так для чего все это пел вам я? Вы не верьте девушкам, друзья, и тщательно оглядывайтесь, мусор на помойку вынося.